Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Хочу поделиться опытом впуска дизеля в мороз. У меня Fortis Max 2011 года. За 7 лет эксплуатации уже выработал алгоритм. В этом году таки довел его до совершенства касательно этой машины. Запускается он у меня с кнопки. И последующим. Сейчас на улице... Сколько там, минус 5, но это ошибочно, вообще больше. Просто вначале не показывает. А, на борту имеется подогреватель воздуха электрический. И он сразу, получается, нагружает машину, нагружает двигатель. Прогрев осуществляется очень долго. То есть приходилось ждать порядочное количество времени. И потом на дистанции, когда едешь, также машина долго грелась. По большому счету, мне до дома 12 километров от работы. Только лишь на 10 километрах машина выходила на рабочую температуру. Слева градусник возле машинки нарисован. Сейчас он синенький. Каков алгоритм? Полностью облегчить двигателю работу. То есть это вплоть даже выключение фар ближнего света. И полностью выключаю климатическую установку, то есть кондиционер. Обратил внимание, что при пуске, когда сейчас кондиционер выключен, ТЭН тоже, соответственно, выключен, чтобы не перегреваться. Расход топлива сейчас вот по мгновенному расходу ориентируюсь. Вот сейчас единичка, нолик. А вообще полтора, 1,8 показывает при холодном пуске после ночи. Вот если я сейчас включаю кондиционер, ну точнее обдув, вентилятор обдув, сразу повышается, сейчас должен повыситься расход топлива. То есть сейчас запускается ТЭН, двигатель начинает нагружаться на где-то на 0,2. Вот уже видно, что уже не опускается. И при в таком режиме, то есть да, с дефлекторов начинает дуть тепленький воздух, но машина греется значительно дольше, и также на ходу она греется, вот, кстати, уже 1,4 показывает, то есть включился ТЭН. И на ходу также она греется дольше. По итогу, за 7 лет я вывел какой алгоритм. То есть выключаем фары, выключаем полностью кондиционер. Ну, не кондиционер, а обдув. Соответственно, включается сейчас внутри ТЭН. Машина после этого прогревается значительно быстрее. То есть я жду до мгновенного расхода где-то 0,8 литра. Пока там не постоянное, чтобы оно 0,8 было, а хотя бы вот так 0,8-0,9. Это значит, что машина уже прогрета. И уже дальше, в дальнейшем, при движении я включаю обдув, включаю на троечку. На троечку включаю обдув не больше, потому что дизель имеет, по крайней мере, мое свойство, что он даже на ходу начинает замерзать. Либо не, за счет включения печки он не может достичь рабочую температуру, которая вот находится слева от машинки нарисована. Вот сейчас уже 0,8 литра. Вот сейчас машина достаточно прогрета, чтобы начать движение. И сократился путь, благодаря этому способу, сократился путь прогрева у машины. Теперь, если мне требовалось около 10 километров до начала рабочей зоны, то есть когда градусник начинает повышаться и уже становится не синим, а сереньким, то есть ну, достигает рабочую температуру двигатель. По крайней мере, охлаждающая жидкость становится нормальной температуры. Теперь у меня путь сократился уже в два раза. То есть по прошествии где-то 4-5 километров уже поднимется градусник и будет показывать нормальную температуру. После этого включаю обдув уже на пятерочку-шестерочку, в зависимости от движения. Если там стою на перекрестке, я уменьшаю до пятерки температуру, потому что машина на перекрестке начинает остывать. Тепло уходит в салон, двигатель начинает стыть. Но как бы беречь-то надо, машины подорожали, так что надо ухаживать за своей машинкой. Пробег у меня 320 тысяч почти, так что уже двигатель прошел. Это пробег оригинальный. Кто-то скажет, что все это рассчитано, инженеры все продумали, все ничего подобного, так делать не нужно. А ничего подобного. По паспорту у меня 2-литровый двигатель французский, такой же устанавливался на 406-х 2.0 HDI. Здесь он имеет маркировку TDCI, на него поставили добавочный распредвал, то есть здесь 16 клапанов и раздули до 663 лошадиных сил. Топливная система Delphi. Собирался он в Бельгии. Не двигатель, а машина собиралась в
Бельгии. Двигатель поставлял сюда. Так вот, по паспорту двигатель рассчитан на 250 тысяч километров. Все. Я так понимаю, дальше у них уже машины не ходят больше. Дальше они едут в Беларусь. Ну, едут они раньше, не 250. Я покупал с пробегом 150. Вот. А, соответственно, все вот эти вот слова, что инженеры там все продумали. Ну, а что они продумали? Они продумали, чтобы машина прошла 250 тысяч. А дальше уже без разницы. Вот и все. А то, что у нас нет возможности покупать машины, как бы надо свою технику беречь. Ну вот я остановился показать, что 36,6 пробег у меня сейчас, был 31,6 за 5 километров. Уже стрелка термометра полезла вверх, соответственно, раньше мне, чтобы прогреть двигатель до такого состояния, требовалось 10-11, порой 12 километров. Ну еще все зависит от окружающей среды. Вот температура на градуснике тоже подняла, опустилась больше. То есть алгоритм какой? При начале прогрева, при пуске на холодную, максимально снимаем нагрузку с двигателя, все возможное отключаем, пускай он потарахтит налегке, а при движении надо уже нагружать его и теном, и обдувом, но обдув, конечно, не торопиться, у меня до сих пор здесь троечка на вентиляторе, то есть это он чуть дует, то есть лишь бы стекло не запотевало. Если в пути не нагружать, то опять же машина тогда начинает дольше греться, то есть максимальное снятие нагрузки с двигателя при холодном пуске и прогреве до какой-то определенной температуры, если у вас есть мгновенный расход, по нему ориентируйтесь. И потом же нагружаете, когда едете. Но нагружать, как я говорил, что не надо сильно, чтобы печка работала даже не в полсилы, а слабее. И, соответственно, тогда будет у вас счастье. Вот мы достигли рабочей температуры, то есть эта температура, понятно, что антифриза, а не двигателя. Но, в общем, мы уже достигли рабочей температуры на пробеге 39,3, то есть минус 1,6, считайте, 8,7 с небольшим километров. Это самый лучший показатель за 7 лет работы. По большому счету, температура окружающей среды не очень важна, если следовать этому алгоритму. То есть и при минус 15 все примерно так же у меня, и при минус 20 все примерно так у меня и происходило. То есть теперь я уже спокойно могу повысить температуру, обдув до 6. Из 7 возможных скоростей до 6. Слышите, как загудел вентилятор. Тепла уже достаточно. Температуру я в салоне, правда, держу 19 градусов. Мне больше не надо, я все равно в куртке езжу. Ну, все это, конечно, касается только дизельных двигателей. Бензиновые не в нашей песочнице. Двигатель, повторюсь, 2.0 ТДЦИ. Копия 406-го 2.0 HDI, только добавлен распредвал и топливная система Delphi 163 лошадки.